добрый день. Ну что, лето, жара. Вы на канале «Итальянский перчик». Выведу немножко вас в город. У нас скидки. Итальянцы, как и все нормальные люди, любят скидки. Сегодня мы зайдем в магазин, покажу вам немножко модной одежды и какие на нее скидки. Сейчас мы с вами зашли в магазин Rinascente. Магазин Rinascente – это сеть итальянских магазинов, где реализуются самые известные бренды, самые известные марки итальянской одежды, обуви, бижутерии, сумки и так далее. Из всех марок в этом магазине, конечно же, моя самая любимая – это Max Mara. Всегда все модели великолепны, изысканы и очень благородны. Для пошива используются только ткани, только материалы самого высокого качества. Ну и вот это пальто давно привлекает мое внимание. Великолепный, тончайший кашемир. Очень красивое, очень мягкое, нежное, очень приятное. Ну, сейчас вот скидки минус 50%. Сейчас очень выгодно делать покупки в таких магазинах. Для итальянцев это уже, конечно же, очень выгодно сейчас приобретать себе вещи. Max Mara – вещи городские, яркие и неформальные. Заключены в два базовых определения – шик и свободный стиль. Кстати, символ марки – бабочка, легкость и свобода. Дизайнеры делают ставку на оригинальный крой и безупречные материалы – льняные и хлопковые ткани, крип-де-шин, кашемир, шерсть и твид. До этих изделий невероятно приятно дотрагиваться, настолько высоко качество их производства. Очень приятно, они просто в руках даже как-то бегут, текут, как река. Магазины Rinascente есть практически в каждом крупном городе Италии. И как мне здесь сказали в Италии, что эти магазины принадлежат сеньору Сильвии Берлускони. Ну, не знаю, насколько это правда, кому они принадлежат, но главное, что магазины классные. И действительно очень классные товары здесь продаются, очень хорошие марки. И раньше, когда я приходила в эти магазины, вот буквально 2 года назад, было очень много русской речи, очень много женщин приезжало, мужчин, ну, в основном женщины были, которые вот во время скидок, вот сейчас вот летние скидки, во время зимних скидок очень активно покупали продукцию, ну, активно покупали вещи, обувь, сумки. Вот в этом магазине я встречала много людей, говорящих на русском языке, но сейчас, к сожалению, уже только слышишь только итальянскую речь, уже во время скидок только итальянцы. Ну, в таких магазинах в основном появляется, оживляется народ именно во время скидок. Ну, вот я пришла рано утром, в принципе, к открытию, так, чтобы не очень было много народа. Даже со скидкой 50% в этом магазине нет большого ажиотажа на покупки, потому что последний год очень сильно ударил по карману итальянца. Очень понравился этот хлопковый комбинезон. Завязывается он по талии на бант. Красиво внизу расходятся брюки, как юбка. И сзади очень красиво смотрится, благородно. За что люблю Max Mara? Здесь нет вульгарности. Благородность, женственность, утонченность, возвышенность. Все это сочетается, только высота. Для меня это просто, я восторгаюсь Max Mara. Очень ее люблю, но, к сожалению, любовь у нас не взаимная, потому что я ее не покупаю. Ну, пока.
Вот такая вот интересная курточка в стиле спортивный шик на вечер. Очень приятные ткани этих платьев, просто струятся в руке. Очень приятно. Думаю, что очень красиво смотрится на фигуре. Впечатлило меня еще вот это платье, вроде бы простое на вид, такого свободного покроя, трикотажное. И сзади совершенно другого цвета. Очень приятный трикотаж на ощупь. Котон. Свободная, легкая и очень приятно. И вот здесь же бабочка Максмара. Очень приятно, очень мне понравилось. В своих льняных изделиях Максмара также использует сырье только высокого качества. Лен очень гладкий и нежный, очень тонкий, очень приятное изделие. Кстати, прикрепленный к ценнику круг красного цвета сейчас означает самая высокая скидка. Сейчас в магазине действует такое обозначение типа светофора. Красный – самая высокая скидка, зеленый – средняя и желтый – уже поменьше скидка. Понравились также вот такие вот брюки, юбка. Очень приятный материал и, конечно же, выглядят приятно. Не мой размер был, единственные они оставались, но на фигуре, думаю, будет очень красиво смотреться. Максмаровские бабочки. Ну и, конечно же, всеми узнаваемые оригинальные максмаровские сумки. Эти сумочки не Максмара, просто засняла, лежали рядом, так, для красоты.
В Риночинде также есть небольшой отдел, где продается алкоголь, специи, шоколад, некоторые виды пасты. Все это выглядит очень празднично и торжественно. Скорее всего, здесь интересно взять что-то в качестве презента. Так как в Италии невероятно богатая, невероятно вкусная кухня, то здесь, конечно же, очень большой выбор различных специй. Есть здесь и восточные, и средиземноморские, и разные. Также вот здесь разные виды оливкового масла, разные виды сальсы к пасте, а также и разные виды самой пасты. Оранжевая паста – паста с чечевицей, желтая паста – паста с морковью, черная паста – это паста с соком каракатицы, вот с этим чернилом, которым она выбрасывает. И для любителей брендов, которые не могут жить без марок, вот даже есть паста от Dolce & Gabbana. Вот написано «Dolce & Gabbana». Ну и, конечно же, сейчас вот большая распродажа на купальные костюмы и все принадлежности к ним. Вот я уже вышла из магазина, пройдусь немного с вами. Бабушки, как всегда, на своем месте в кафе. Итальянские бабушки любят пить кофе в кафешках. Остальные марки в городе тоже сейчас большие скидки, большие распродажи на все. И в том числе, конечно же, на изысканную и неповторимую Луизу Спаньолли. Посмотрите, как она прекрасна, нежна и аттрактивна. Очень люблю эту итальянскую марку. Salve, salve, salve. 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 Sal
siamo appena entrate. Tutto bene. Va bene, buona giornata, a presto. Sì, ci siamo lavorate. Bene. Такая вот сегодня получилась прогулка. До встречи в новых видео. Пишите, что вам понравилось больше всего. Всем пока из красивой Италии.